Разблокировка коммуникаций выгодна и Армении, и Азербайджану. Открытие дорог выгодно Азербайджану, поскольку он получит связь с Нахчеваном. И выгодно Армении, поскольку нам нужно надежное железнодорожное сообщение с Россией и Ираном. Это означает, что наша экономика может существенно измениться. Как передает канал 13 со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в субботу на встрече с жителями Арагоцотнской области. При этом армянский премьер отметил, что карабахский вопрос все еще не решен, и с точки зрения Пашиняна не стоит надеяться, что Армения сможет быстро решить карабахский вопрос. Но, по его мнению, нужно двигаться вперед для разблокировки коммуникаций в регионе. Сколько бы руководство Азербайджана не заявляло, что карабахский вопрос решен, нужно констатировать, что проблема не урегулирована. Однако разблокировка коммуникаций в регионе выгодна и Еревану, и Баку, сказал Пашинян.